Не за что. Любой тип, который закончил универ, который просто спокойно работает, он зарабатывает свои 60 тысяч в год. А рэперы все, которые к вам приезжают, дают перед вами концерты, в Инстаграм выставляют фотки своих дорогих шмоток, они тоже получают плюс 60, плюс 70 тысяч евро в год. Но для этого они весь год палец, потом делают тур за бесплатно почти, там, не знаю, 25 концертов. С этих 25 концертов выползает там 40-50 тысяч, и они считают себя звездами. Ребята, рэп — это детский сад. Вот, и поэтому я просто подумал, почему бы не сыграть с ним в шахматы и поставить ему шахмат. Тима! Он вызывал на батл Элвана? Вызывал! Кто-нибудь считает Элвана крутым рэпером? Нет! Нет, я тоже нет. Но какая причина была вызывать Элвана на батл? Хайп, понятно, хайп. Чтобы максимально больше людей видело это все, просмотры, вся эта шито-масонская тема. Вот. А когда его вызывает самый лучший, тот, который его вообще привел, все ему объяснил, все ему показал, самый лучший рэпер на этом языке, самый лучший бат-рэпер, вызывает его за этого отмаза нет. Ты можешь игнорить, ты можешь согласиться, ты можешь посмеяться над этим, подготовиться. Толку нету, ты проиграл. Ты выйдешь на батл — проиграл. Не выйдешь на батл — проигноришь — проиграл. И теперь я официально здесь, в Минске, предлагаю тебе сыкуну. Приходи на батл не один. Приходи на батл со всей своей версовской петушатней. Я готов батлиться против всех. Я готов батлиться против всей его петушатней. Вот теперь, жидок, ты можешь меня игнорить. Следующий жидок, пожалуйста. Я хорошо, я этого поздравляю. Если я злой, я вновь готов для вас праздник. Привет, детишки, я как раз в фазе. Написать грязи злобной для вас праздник. И опять пьяный, а что мать рано? Рядом все пляти, а кто из них, как будто завтра называть мамой? А вам весело, да? Меня тут бесит, весело, да? Но если нечем писать, запирать днем на месяц, а два. Креатив, пули, крик души. Негатив будет, и я с рождения полчаса, как крик в луже. А наблюдать же интересно, а со стороны. И я достал бы с усопивом вашим резким пиклом. Жаль, калечить вашу и детские сны. И до разных поколений смайлов. Для вас рэп театральный. Стремлю назад Максиму Кейк-Майлу. Рэп не просишь, но если на чем увидишь, где МС его носит. Я был тем, как он выпал из роли. И его стимку и сошли. Я пробил баррикады, по мне не смог рэп, нашли в октябрь. Я на полке всем пиздил во штабах. Из окна я вижу под шарлотой. Иногда я тем гуляю ночью. Научи меня летать срочно. Ведь так часто я теряю почву. В моих снах я улетаю прочь. Ты попроще, не струна широкой. Но просыпайся из окна напротив. Я вижу под шарлотой. Под шарлотой. А из окна я вижу под шарлотой. Иногда я в нем гуляю ночью. Научи меня летать срочно. Ведь так часто я теряю почву. В моих снах я улетаю прочь. Мимо башни спустя широкий, но просыпайся из окна напротив. Я вижу пар шарлотки, но тут пар шарлотца, а этот вид грустный. А мне весело становится, весь мир грустит. Ведь жить в